Сладкая жизнь. Что за праздник? Сегодня у смешариков праздник. Со двора Нюши доносится веселый шум и вкусные запахи. Нажимая пальцем на фрагменты, восстанови картинку, чтобы узнать, что празднуют друзья. И похоже, что сегодня день рождения Нюши. Вот это сюрприз! Стол. Итак, смешарики собрались за столом. Помоги правильно использовать оставшиеся предметы, чтобы начать праздничный ужин. Но это совсем не то. Смешарики смогут хорошо повеселиться. Вкусненькое! Смешарики подарили Нюше много разных подарков. Но больше всего ей хотелось чего-нибудь вкусненького. Нажимая на вылетающие предметы, помоги Нюше выбрать самое съедобненькое и вкусненькое. Как вкусненько! Выбрать из подарков все самое вкусненькое. Праздник удался. Я в шоке. Верница цвета. Каркарыч взялся снимать видео праздника, но что-то пошло не так. Помоги вернуть друзьям правильные цвета и восстановить видео. Слишком долго. Верни цвета. Отлично. Класс. Отлично.
хочу установить видео. И теперь празднику ничего не угрожает. А где Пин? Пингвин Пин незаметно улизнул из-за стола и отправился в свою мастерскую. Передвигая фрагменты картинки, собери дорожку, чтобы помочь Пину дойти до дома и узнать, что же он там забыл. И сейчас мы узнаем причину его загадочного исчезновения. Подарок Пина. Ну надо же! Гениальный пингвин Пин собрал в подарок Нюше какую-то удивительную машину. Помоги ему побыстрее закончить сборку, чтобы успеть вручить подарок до конца праздника. Торжественно вручить в подарок Нюше. Что же еще? Ой, а тут от картинки отвалились фрагменты. Скорее вставь их на место, чтобы узнать, что еще задумал талантливый пингвин. И оказывается, что вдобавок к подарку Пин решил написать Нюше стихотворение. Стихотворение. Помоги Пину написать стихотворение. Для этого расставь фрагменты текста на листочке так, чтобы в тексте появились рифма и смысл. Чтобы сладко. Шоколадный. Отлично! Ты помог Пину сочинить стихотворение для Нюши. Получилось немного с немецким акцентом, но зато все в рифму и по делу. Сюрприз!
фрагменты картинки перевернуты. Чтобы вернуть их на место и узнать, как проходило вручение подарка, нажимай на перевернутые фрагменты пальцем. И похоже, что Пин и его друзья решили сделать сюрприз для Нюши. Интересно, понравится ли ей подарок?